ОСАГО без дополнительных услуг. Сегодня ярославские антимонопольщики рассмотрели дело в отношении страховой компании ООО «Росгосстрах». Ранее в ФАС поступали сотни жалоб о фактически принуждении покупать вместе с обязательной страховкой автомобиля договор страхования жизни и здоровья, иначе полисы ОСАГО не продавали. Множество предупреждений о прекращении навязывать дополнительную страховку игнорировались. После долгих разбирательств антимонопольная служба установила, что компания нарушала закон. И все незаконно полученные деньги, а это ни много ни мало 167 миллионов от продажи дополнительных страховок только по Ярославской области, придется заплатить в федеральный бюджет. Теперь при поступлении аналогичных заявлений компании будут применяться штрафные санкции. Если еще хоть один вот такой факт будет, за каждый факт, за каждого гражданина, которому будет отказано в заключении договора ОСАГО без полиса «Фортуна Авто», штраф затем будет уже за неисполнение предписания от 300 тысяч рублей. То есть за одного человека –